Ну, еще немножко я возьму тачку. Смотри, меня еще один раз выиграть, да, получается? Ладно, поехали. О, нет, это какое место, интересно? А, с крокодилами, блин, это мое нелюбимое место. Ладно, попробуем хотя бы не последним проехать. А так-то это у меня не особо любимое место. С крокодилами. Давай, давай, давай. Да в смысле? Я не заехать не могу. А зачем тогда вообще меня сюда поволокло? Блин, жесть. Так, один игрок умер. Блин, и я тоже. Ха-ха-ха. Какая невезуха. Вот я говорю, не везет мне в этом месте. Я его ненавижу. С этими крокодилами. Очень сложные какие-то трассы непобедимые. Вон, смотри, что я делаю. А я застрял. Никто не застрял, кроме меня. Еще и разбился. Нафиг, я солью это. Я тут это все солью здесь. Мне, даже если я первый сейчас приеду. Мне не, ну, не выиграю, короче, все равно. Да. Ну, давай попробуем. Вдруг первый приеду. О, да, первый приехал. И какое место у меня в итоге будет? Третье. Провальное место. Так, эпические холмы. Ну, поехали. Эпические холмы. Попробуем здесь что-то заработать. Так, смотрите. Это какие-то игроки мощные. Ёлки-палки, смотри. Все топовые машинки. И баги даже, смотри, топовый. Да. Это тут тебе не автобусы. Ну, давай, давай, едем. Вот сейчас я разозлюсь и прокачаю машинку. Ну, что будет тогда? Ой, не хочу я прокачивать, пускай деньги мне останутся для другой новой тачки. Ладно, попробуем. Попробуем, ребята, так выиграть, без прокачки. Не знаю, конечно, получится или нет. Но вряд ли, наверное. Но мы постараемся. Пока что мы третье место занимаем. Ну, третье место ты вниз идешь. Либо на месте стоишь, ну, либо скатываешься даже. В рейтинге. Ой-ой-ой-ой, давайте мне хотя бы второе место, алло. О! Так, где там у нас финиш? Да, далеко финиш сделали. Вот он финиш. Есть вторая позиция. Так, в итоге я пока на втором месте. Так, эта гонка решающая. Решающая гонка. Опа, не получилось. Вот один только пролетел вперед. И все. Опа. Ёлки-палки, баги. Даже баги тащит в легкую. Да. Оп, а я здесь проехал, слушай. Так, давай по низу. А, я думал там по низу там. Нет, нифига, это не по низу. Это просто вонючие кочки. Еще и бензин у меня закончился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть, спасибо. Нифига себе. А, магнитик меня спас. Ну, хотя, что спас-то, третья позиция только. А, нет, второе место мы заняли. Ну, совсем немножко мне осталось до новой тачки. Поехали, без прокачки. Тачка без прокачки. Вау. Смотри тут, а тут мощные пошли. Все-таки игроки быстрые. Будем надеяться, что может кто-нибудь разобьется. Хотя, кто бы там разбивался, правильно? О, вот это, смотри, на машинке. Вообще молодец. Быстро едет. О, третья позиция. Ах ты, идеального старта не было. Ну ладно. Пробуем проехать. Так, мне нужно тоже второе место, как минимум. Как минимум второе, лучше первое место. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, давай-давай-давай-давай. Есть! Вторая позиция, уже неплохо.
Есть идеальный старт, спасибо. Спасибо за идеальный старт. Ух ты, бошку снял себе. Так, пока я первый еду... Ой-ой-ой, это замечательно, ребята. Это говорит о том, что я могу выиграть машинку сейчас. Офигенскую, новенькую. У меня еще и деньги есть, чтобы ее купить. Да, первое место. Ну давай. Открыл тачку? Да, ребята, я открыл новую тачку. Автомобиль Лихач. Спасибо. Давай еще раз давай грязный ралли проедем. Ох, сколько она стоит? 90 тысяч. Нифига, у меня столько денег нету. Ладно. Поехали дальше. Играем. Вот, идеальный старт. А, ну здесь, в принципе, не сложное место такое. Здесь, я думаю, мы проедем. Так. А ну-ка, аккуратненько. Какие-то вы сильно мощные, слушай, ребята. Чё это вы гоните так, а? Алло. Ё-моё, я последний приехал. Да как так? Видимо, тачку придется нам прокачивать. По-любому. Да, у всех несколько гаджетов. Поэтому тачки у них прокачанные. Мама, не горюй. У меня тут только один гаджет. Нифига себе. Какие они все быстрые. Ну, понятно. Прокачивать тачку надо, да. Четвертый только еду. Какая досада. Мощные, быстрые игроки, потому что. Так. Блин, у того что-то еще лопатка в руке какая-то. Ну, лопатка. Не знаю, зачем она ему нужна. Мух, что ли, отбивать? Или что, я не пойму. Так, а что я здесь третье место занимаю? Ну, в итоге у меня только четвертое, скорее всего, будет, да. Если я сейчас по волшебству какому-то первое место займу, то... Я буду на третьем, наверное. Но не получится мне, наверное, здесь занять какое-то первое место. Тачка у меня не прокачанная совершенно. Ну, ёлки-палки. Что ж ты будешь делать-то, а? Опять четвертое место. Какой позор, а? Ох, какой позор-то, слушай, а? Так, смотри, у меня есть сундучок. Что у нас тут в сундучке? Редкие всякие штуки, дрюки. О, у меня 256. Можно в магазин пойти посмотреть, может, что-нибудь купим. За алмазы. А, нет, я не хочу такое покупать. Ладно, идем дальше. Играем. Горный кубок. Так, здесь можно, в принципе, рекламу посмотреть, да? Я ответил. Ну, ладно. Поехали, горный кубок. Раллийное авто. Выбираем свое. Ух ты, кто-то на монстр-траке приехал. Решил. Ну, монстр-трак мощный автомобиль, конечно. Но чтобы его прокачать, нужно много денег. Потому что я... У меня же есть монстр-трак. Он нифига не едет. Его прокачивать надо. И на прокачку столько денег уходит, офига. Поэтому как-то так. Это так себе пока что автомобиль. Так, готово. Первое место. Все, поехали. Так, время идет у нас. Ох ты, ребятушки. Просто такие все быстрые-то, а? Давай, едем. Должны выиграть. Во! Отлично. Первая позиция. Еще раз. Все, идеальный старт. Так, монстр-трак чуть не перевернулся. Бедолага. Ох ты, разбили мы что-то у себя. И сразу пошел дым. Ну ладно.
Так, давай по низу пойдем. Здесь есть бензинчик. Ого, в отрыв пошли. Первая позиция. Первое место, круто. Очень хорошо.